В этот день запись в салон красоты Russian Parikmaschen была ограничена. Стилисты работали с особенными клиентами из многодетных семей, обществ инвалидов, диабетиков. Для них сотрудники салона совершенно бесплатно творили чудеса, стригли, окрашивали, делали укладки. Мероприятие прошло в рамках недели доброты и щедрости. Сегодня полный цикл был, у нас и маникюр был, и косметолог работает, и на бровки мы кого-то брали, и два парикмахера, и два барбера. Полный цикл, полная запись. Таким составом мы здесь не выходили еще никогда. Но все очень довольны. Я думаю, и клиенты довольны, и мои мастера тоже. Инициатором акции, проводимой с 2017 года, выступает Координационный совет общественных объединений при поддержке органов местного самоуправления, Общественной и торгово-промышленной палат Ленинского округа. Получить новый образ в подарок на свое 14-летие в салон пришла Ксения Веремьева. Девушка покрасила волосы впервые в жизни, и ее переполняли эмоции. Я чувствую себя богиней, потому что у меня белые волосы. Мне очень сильно хотелось такой беленький, вообще пушистый, чтобы было красиво и ярко. Но я подумала, а мама разрешила. В салоне можно довериться рукам мастера или креативить совместно. Марина Варламова пришла в Russian Parikmaschen с запросом сделать модную и современную прическу. Стилист Инна Киреева с радостью взялась за дело. Сзади подниму немножко, машинку уберу. Объем создам, челочку косую. А здесь вы видели, у меня здесь височек же еще. Да, височек выбрили. Креативим? Да. А Маргарита Макеева – нечастая гостья в салоне красоты, так что каждый раз, когда удается попасть к бьюти-специалисту, для женщины это праздник. Я, можно сказать, что где-то, наверное, третий раз в жизни такое вот делаю. Вот, не было времени ходить на корректировку бровей. А в этот раз мне предложили, и я с удовольствием пришла. Вот практически работа готова, а как вам результат? Результат мне очень понравился, на 5 с плюсом. Равнодушных не осталось. Гости выходили похорошевшие, со счастливыми глазами. На прощание всем участникам акции вручили сладости и памятные подарки. Делать добро просто и радостно. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.